Олександр Ухмановський, керівник консалтингового агентства, займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг та піар. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Сьогодні день боротьби з бідністю. Не могли не поговорити про цю тему. І знаєте, як то кажуть, бідність – це не вада, але це єдине, що можна сказати на її користь. За даними за рівнем життя, Україна є однією з найбідніших держав у світі, за даними ООН. Що відбувається і що з цим робити? Чому? Коли ж ми вже перестанемо називати себе бідними? І взагалі, хто вони такі бідні люди? Отак одразу я на вас. Да, вы сразу задали несколько вопросов, на которые пытаются ответить уже многие столетия лучшие экономисты планеты. А то, что мы являемся сейчас, ну, мы не пасем задник на самом деле, и по сравнению с Африкой мы прекрасно живем. Не будем себе заниматься самобичеванием, но мы действительно одни из бедных стран, и одна из причин – это огромная коррупция в стране. Коррупция – это то, что, в принципе, многие экономисты, большинство говорят, одним из самых больших сдерживающих факторов развития экономики страны. Ну, а, соответственно, мы граждане этой страны, и мы зависим от экономического состояния, да, макро. А якщо от в процентному відношенні корупція, скільки відсотків вона займає вини того, що ми бідні, українці? Ну, я считаю, что это там, более 50%. Но если мы говорим про... Да, коррупция мешает конкурентному рынку, коррупция мешает... борьбе бизнеса и развитию, естественно, бизнеса. Развитие бизнеса – это значит зарплаты, ну, так. И так далее. То есть мы зависим, несомненно, мы зависим от состояния той страны, в которой мы живем, в данном случае Украины. Второе – это, конечно, военный фактор. И сейчас, знаете, политические вот эти пытаются в политической борьбе постоянно выпятить о том, что вот смотрите, мы самые бедные, забывая о том, что мы как бы и не были особо богатыми, а у нас еще военный конфликт есть. И, в принципе, в таких условиях, как бы, ну, мы же не богаты. Развивающиеся страны, да, ну, как бы, ну, никогда не будет жить хорошо. В этом есть беда, и в этом, на самом деле, и была суть конфликта, развязанного на Востоке, для того, чтобы мы как раз были бедными. Вот, но если мы говорим про вторую, да, часть, вторую беду, это, конечно, всегда многое, если не все, зависит от человека непосредственно. И мы видим, что даже в наших условиях люди развиваются, люди богатеют, люди открывают какие-то бизнесы, либо просто люди неплохо живут. Ну от в той же час, от, знаєте, от, спілкуючись з багатьма людьми, я бідний, я нижче середнього класу. Який же він середній клас? От щоб люди визначили собі. Чи це все цифри, це стереотипно, чи ні? Чим можна чітко? Є условне поняття на Западі, тобто то, що на Западі вважається середнім класом, у нас вважається богатеє, і багато цим гордяться, і навіть вважаються вже трохи теряють берега, как говорят, и менять себя местными богами, когда у них есть, например, машина. Да? Ну, на Западе ты являешься средним классом, если у тебя как минимум есть собственная квартира, собственное жилье, собственная машина и стабильная работа, которая дает тебе средний там, доход по стране. Все. То есть средний класс на Западе, как правило, составляет более 50%, 50% и больше. То есть это люди, которые просто нормально живут. Для нас это, конечно же, шикарная, считается, богатая жизнь. Хотя на Западе никто не кичуется там, ну, какой-то там BMW, машиной. Так. А в Украине вот якобы? В Украине вот это вот как раз мы получаем вот этот классическая реакция бедного человека в бедном обществе, когда любая материальная техническая ценность, которая на Западе является атрибутом обычной жизни обычного человека, среднего, такой сирый, да, пересеченный громадины, да. А у нас это вот признак какого-то статуса,
И очень многие люди, на самом деле, обладающие какими-то этими вещами, потратившими на это деньги, они бедные, потому что они пытаются купить себе вот эти вот статусные вещи, которые не могут себе позволить. То есть мы очень бездумно и нерационально тратим те деньги, которые мы зарабатываем. Потому что на Западе все-таки финансовому планированию учат, экономике учат, и как выстраивать жизненные цели учат. И там От я вас переб'ю, я знаю, що от на Западі, в Америці, зокрема, техніка, навіть той же самий холодильник, все беруть у кредит, тому що, ну, в оренду, тому що так дешевше, щоб не купувати, не придбавати, і будинки так. У нас же ж навпаки, от ви це маєте на увазі, так? Що ми... Ні, кредитна ситуація – це абсолютно другая. Ну, в оренду я вони беруть, там, того, що, того. Наприклад, якщо... Есть на Западе понятие, что ты должен, ты можешь купить машину за ту цену, которую, условно, 20 тысяч долларов. Эта сумма должна составлять определенную часть твоего годового дохода. Годового. У нас же покупают машину не из расчета своего годового дохода, а из расчета, что 5 годовых доходов, вот это пусть... самая крутая машина, которая скажет всем, что я самый крутой. Так. Понимаете? Нет, у нас не будет покупать «Жигуль». А ведь большинство населения, на самом деле, у нас ничего, кроме старого «Жигуля», не может себе позволить. Так. Потому что это бензин, это обслуживание и так далее. Нет, но мы идем, берем кредит. Не єдиний, да, який в нас є. Їх і там тисячі людей. І тратимо на те, що нам на самом деле не треба, а тільки на те, що просто підчеркує наш статус. Як бути? Ваша порада. Економити. І от навіть таке запитання, от я назбирала, але найпопулярніше для вас, як розбагатіти, чи потрібно для цього економити? От зокрема, от ваші поради з цього приводу. Давайте так, якщо бюджет 8 тисяч гривень, да? От давайте його якось розподілимо з вами. Ну, уявно хоча б. Я скажу, що печально. На самом деле, если слушать различного рода тренировок, как стать миллионером за один день, не поднимая попу с дивана, конечно, экономить не надо. Есть старая привычка, старая поговорка, что надо не экономить, а больше зарабатывать. На самом деле истина лежит где-то посередине. То есть вопрос снова-таки то, что я говорю, рациональные расходы. То есть в расходы вы должны каждый раз, там, покупая что-то, понимать, эта вещь вам нужна и для чего? Для того, чтобы жить, либо же для того, чтобы подчеркнуть свой статус. На Западе, на самом деле, та же проблема есть. Ну, у них тоже есть расслоение, бедные, там, средний класс, богатые. Их бедные просто для нас, это снова-таки образец життя. И у всех одни и те же проблемы. Как правило, бедные более падки на бренды, на громкие имена, на статусные светящиеся штучки. Чому? Вони хочуть досягнути рівня багатих? Да, мы, человеческая психология такова, что мы считаем, что если мы купим вот эту BMW в кредит, никто же не знает, что она в кредит, то мы как бы вроде как приблизимся к этим сильным мира сего. Либо если у нас будет Gucci лежа, висеть, понимаете, да. Купленный в брендовом магазине. А на Западе нет. А на Западе даже, ну, как бы, зажиточный человек, он, который рационально подходит к своим тратам, он заходит в сток и покупает этот Gucci прошлого года, коллекция или прошлого сезона, по цене в 5-6 раз меньше. И ему абсолютно не стыдно. Мы видим, как самый молодой миллиардер мира, владелец, да, Facebook, да, Марк Цукерберг, не цурается ходить в обычной футболке. Месяц, так? И там все, о боже, как это может быть? Которая стоит там $3 даже так. У нас. А потому что ему не надо. Он Марк Цукерберг. Так. И он будет, как Генри Форд в свое время говорил, я Генри Форд даже в старом пальто, которое он носил 30 лет. И в дешевой гостинице. Я Генри Форд. Поэтому да. Не покупать вещи, которые нужны исключительно из статуса. Да. Это уже экономия. Это уже экономия. Второе, это надо, всегда говорил и рекомендую, избавляться от кредитов. Друга, кредиты, да. То есть
старая поговорка «живи посредством», она очень актуальна. И на самом деле вот пример США, который слишком много кредитов. Кризис 2008 года их как раз и подкосил очень сильно. Mm-hmm. Нет у них подушки этой безопасности. То есть, ну, у них совершенно другое устройство экономики, абсолютно другая жизнь. Они так могут. В наших условиях так нельзя. И когда мы снова-таки видим о том, как люди бездумно берут кредиты на все, как люди бездумно берут карточки и с удовольствием их тратят в магазинах, мы видим даже, я уверен, что многие зрители пользуются этим, когда я наблюдаю каждый день возле магазина, uh-huh. возле дома, когда люди приходят и берут пиво в тетрадочку под запись. Но это ужасно. Потому что это все то, что в принципе не нужно людям, все то, что высасывает вот эти вот небольшие, казалось бы, суммы каждый день. Но если мы их соберем вместе, там, за год, то получается очень неплохая сумма для того, чтобы открыть маленькую кафешку, да, будочку с кофе. Как Запад и шел от к созданию малого бизнеса, к семейного бизнеса, к развитию малого бизнеса из одной будочки, две будочки. Но нам кажется, і рядовому обивателю бідне мислення бідне. От зараз чують і думають, як це я можу жити без кредита, якщо мені треба те, і єдине, за що я виживаю, за кредит. От я переконана просто, що... Я вам скажу так, я такий же чоловік, я точно так же піднімався із 90-х... От що я хотіла запитати? Із 90-х годів, коли, многі пам'ятають, коли не було, що кушати. Так. От. Я ограничуюся себе. Я не говорю в їді. Но... Множество материалов, даже в том же интернете, в открытом доступе, как экономить, ну, не страдая особо. Чашка кофе в день. Для Украины очень актуально отказаться от алкоголя. Потому что как только вычеркиваешь из семейного бюджета массу водки и пива, и сигарет, то высвобождаются на самом деле достаточно значительный бюджет, и это может быть 1000-1500 гривен. И Запад тоже использует такой прием, как, там, например, оптовые закупки. Когда закупаются в различных супермаркетах, да, в каждом супермаркете, как правило, есть своя группа товаров, uh-huh. которая там дешевле всех. Люди покупают на 2 недели, на месяц вперед продукты питания и тем самым экономят. Ну, навіть був такий період, коли ми брали це на себе, такий досвід, теж скуповували, потім якось відійшло це до нас. Я вам щиро дякую, я зрозуміла, що будьте обміркованими і раціонально, так, розподіляйте свої кошти. І перевірте це, і у вас вийде економити, і все буде гаразд. Дякую, Олександр Рухмановський був у нас в гостях, керівник консалтингового агентства. Я думаю, що ви скористаєтеся його порадами.